Это красивейший сорт. Смотрите, какой куст пышный. Просто бесподобный. Он цветет вовсю. Вот, смотрите, какая красота. Созревает он у нас, начинает созревать. От белого цвета. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Сначала становится белый. Потом становится с фиолетовыми такими полосками с одной стороны. Потом становится фиолетовым. С фиолетового переходит на желтый. С желтого переходит на оранжевый. И с оранжевого уже становится полностью красным. Кустик очень компактный, очень красивый. Сорт просто бесподобный. Смотрите, какой. Вот еще у меня один кустик такой же. Просто бесподобно. Красота неимоверная. Ой, такие кустики, они компактные, приземистые. Их не нужно формировать. Этот куст очень насыщенный цветами, разноцветный. Смотрится просто бесподобно. Вкус у него сладковатый, пряный. Срок созревания у такого перца от 85 до 100 дней. Этот перчик у нас не очень острый. Острота у него от 2500 скобелей до 8000. Он шикарно подходит для салатов, для консервации. Можете закатывать его. Просто бесподобный перец. Смотрите, сколько цветов у него. Он цветет вовсю. Красота. Бесподобный перчик. Этот перчик можно мариновать, можно солить, можно сушить. Вы можете с него делать порошок. Он очень-очень насыщенный. Вкус у него просто бесподобный. И запах. Самое главное, что это многолетний куст. Вы можете его выращивать много-много лет у себя на подоконнике. Вот посмотрите, как он растет. Вот маленький стволик. Вот у меня был подвязанный. Вначале падал. Вот видите, какой ствол всего. Вот я его подвязывал здесь. Теперь он ствол стал намного раз толще. Вот высота ствола. Ну, сантиметра 4, наверное, высоту. И вот пошло разветвление у него. Вот он стал таким у нас, видите? Просто суперский. И это такой же точно, вот рядышком. Видите, прямо внутри у него стрючки. Вот, если посмотреть на него, гляньте, какой он. Он весь в стрючках. Стрючки начинают созревать в верхнем ярусе. И потом постепенно-постепенно созревают и нижние. Бесподобный для выращивания на подоконнике. Просто незаменимый. И очень-очень красивый. Посмотрите, разве это не красота? Так что советую вам такой перчик выращивать себе дома. И пусть он радует ваш глаз.